Здравствуйте, уважаемые наши телезрители, наши подписчики и просто здравый люд. Сегодня с вами вновь Феррорист. Люди задают вопросы по данной игрушке, и вот такой будет у нас с вами видео-ответ. Можно ли в данной игре тестить автомобили, которые нет в гараже? Мы отвечаем «да». И давайте мы перейдем в Майами к одному из наших знакомых дилеров, который любезно, без страховки, сегодня дает нам прокатиться на любой из машин, имеющихся в его гараже. Также здесь у нас имеется Ford Shelby GT500 2013 года, BMW M5 2011 года, Alfa Romeo 8C, но и одна из моих любимых автомобилек, это 2011 год, Aston Martin V8 Vantage, Maserati Gran Turismo S, Lamborghini Miura SV, Chevrolet Corvette ZR1 и хит сезона «Какой же феррорист без ля Феррари?». Уважаемые друзья, сегодня наш обзор будет посвящен ля Феррари. Привет, дорогая! По коням, уважаемые друзья, и сегодня у нас под капотом более 1000 лошадиных сил. Так это все еще подкреплено электродвигателем, потому что данный автомобиль гибрид. И вот он, красный жеребец. О такой машине мечтает каждый здравомыслящий мужчина, который имеет хоть какое-то отношение к автомобилям. Видя данный автомобиль, текут слюни не просто изо рта, а из всего, что можно, чавкает рот, и глаза просто пожирают этот автомобиль, друзья мои. Это просто сказка. Данный автомобиль вписывается в любые повороты. И ему не страшны ни пешеходы, ни светофоры, ни какие-нибудь пальмы. И когда вы едете на таком шикарном автомобиле, я уже не говорю про всех девушек в Майами, они просто ваши, я говорю про то, что вы сами получаете такой кайф, это просто неописуемо, друзья мои, это просто неописуемо. Посмотрите на каждый изгиб данного произведения искусств, это просто сказка, я еще раз повторюсь. На скорости, уважаемые друзья, практически 200 км в час я вхожу в повороты. На 220. Это просто фантастика. Этот автомобиль, еще раз повторюсь, просто мечта. Ну а сейчас давайте мы остановимся. Видите, такое антикрыло у нас выходит. И посмотрим его с разных сторон, этот автомобиль. Вот так он выглядит справа. Спереди, конечно же, фирменный знак. Жеребец. Фары сделаны. Посмотрите, как сделаны фары, интересно, у этого автомобиля. Они просто вот заходят на крыло. Светодиодные такие вот вставки. Воздухозаборник в середине. И такие ноздри большие, сделаны как раз для охлаждения двигателя. Давайте посмотрим с левой стороны. Ну, с левой стороны все то же самое, что и с правой. Видите, какие крупные воздухозаборники идут в заднюю часть автомобиля, потому что данный автомобиль, двигатель находится посередине. Сверху мы видим закрытое такое стекло, где как раз у этого автомобиля находится двигатель. Ну и, соответственно, конечно, он показан всем, чтобы все видели, какое пламенное сердце находится у нашего такого жеребца. Итак, уважаемые друзья, мы давим на газ и смотрим. Сотня,
две сотни. И на поворот мы входим практически в 130-140. Ну, немножко перегазовали, ничего страшного. Ну, ездя на этом автомобиле в данной игре, конечно, это подчеркивает ваш статус. Цена этого автомобиля просто зашкаливает в этой игрушке. Вот, но накопить можно, да и даже нужно. Потому что Ferrari, имея в гараже, это будет просто фирменным знаком вашего благополучия. Итак, уважаемые друзья, на такой классной ноте двигателя La Ferrari мы заканчиваем нашу сегодняшнюю часть этого обзора. Данная автомобилька приветствует вас. Копите денежки и покупайте же скорее данный автомобиль. Уважаемые друзья, если вы будете владельцем данного автомобиля, то ваша жизнь не зря прожита. А с вами был Феррорист. Всем удачи, всем пока и ждите наши обзоры.